2010 года. Италия выиграет тогда у Бразилии, но здесь... По классу просто на порядок сильнее бразильская команда. И абсолютно заслуженно, уже успокоившись, ведет матч к финалу. Что ж, еще раз отсмотрим мы с вами этот большой, знаменательный матч. И вот он гол, который многие потом в пятерку лучших возведут и включат за всю историю, но не мирового футбола, это не совсем так, за всю историю чемпионатов мира. Гол Альберто Карлоса уже на последних минутах матча. Сам по себе удар, конечно, ничего особенного не представляет. Да, пришел могучий крайний защитник и ударил как надо в дальний угол. Но длинное течение атаки, вся комбинация...